Представители правительства и ряда групп сирийской оппозиции приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве. Модератор встречи, директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, назвал его «московской платформой». Впрочем, это заявление, касающееся оценки ситуации в стране, подписали не все участники переговоров. «У нас не было никаких иллюзий, что московская встреча может положить конец сирийскому кризису. Но главное, что мы достигли взаимопонимания по ряду вопросов между оппозицией и режимом», заявил лидер Сирийского народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль. За три дня участники консультации сумели обсудить лишь один из пяти пунктов повестки дня. «Как мы можем привести других участников оппозиции за стол переговоров? Этот документ не помогает надежде, он разрушает ее», отметил один из лидеров движения «Демократическая трибуна Сирии». В начале консультации планировалось обсудить совместную борьбу с международным терроризмом, меры доверия между сторонами конфликта, шаги к политическому урегулированию и подготовки к третьей встрече в Женеве.